Какая штука. Это что-то качает. Со скважины, да. С-под земли. Угу. Качает. Вот это прикол. Как искали нефть и снаряжали вода? Сейчас я тоже сфотографирую такой прикол. А что, интересно. У нас в Карпатах тоже есть. Да, я знаю. That's the first time I've come across an oil production thing. I don't know when the last time this was actually emptied out, but we'll keep the car going for some time. So this is what, approximately 4 by 2.5 by 1 gives 10 cubic meters of crude oil. Качает, качает, отсюда ничего не льется. Не видно? Видно, но нет много. Мало? Нет, да. Да он ничего не капает даже. Да, нет, не капает. Поэтому и мало. Опа. Ящерицы не успели заснять. А, работает. Нет. Нет, вообще не видно. Работает.